Дорогие коллеги, я рад приветствовать вас на SAP Forum Минск 2018. В пятый раз мы собираемся вместе с нашими клиентами и партнерами в Минске. Представители крупнейших компаний энергетического, финансового, производственного секторов, представители государства, лучшие эти компании, наши партнеры, клиенты, всего более 600 участников собрались, чтобы познакомиться с технологиями SAP. Более 70 новых компаний клиентов пришли на специальную сессию, которую мы открывали, SAP Forum, где мои коллеги рассказывали, почему 250 тысяч компаний малого бизнеса по всему миру выбирают решения SAP. У нас большая партнерская программа, у нас много клиентских выступлений, очень много клиентских стендов, еще больше выставочная зона в этом году, покрывающая все основные технологии, которые работаем мы и наши клиенты, будь то технологии блокчейн, машинного обучения, искусственного интеллекта, IoT-решения. Я убеждена, что люди, человеческий капитал – это двигатель цифровой трансформации как компании, так и государства в целом. А SAP – наш надежный помощник на этом пути. Ровно 23 года назад стартовал первый проект по внедрению бизнес-приложения SAP в Беларуси. В 2007 году мы открыли представительство. В 2011 – полноценный офис. В 2015 году мы выпустили первый пакет локализации нашего ERP для Республики Беларусь. А в этом году мы выпустили пакет локализации нашего новейшего решения S4HANA. Мы в SAP верим, что благодаря инновационным инструментам и использованию новейших технологий, таких как машинное обучение, машинное зрение, предиктивная аналитика, интеллектуальная обработка данных, предприятия Беларуси смогут стать по-настоящему интеллектуальными. На форум SAP собралось более 650 участников. Вместе с нами о технологиях, помогающих увидеть больше, рассказывали наши партнеры и клиенты. Беларусьнефть, Гомельэнерго, Санта-Бремор, Моздорский нефтеперерабатывающий завод и многие-многие другие. Выражаем свою благодарность всем коллегам, клиентам и партнерам, которые помогли сделать SAP форум Минск столь успешным. Впереди форум SAP в Ташкенте. Присоединяйтесь к SAP, чтобы видеть больше.